Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Дмитровскому городскому округу задержали ранее судимого 34-летнего уроженца Приморского края, подозреваемого в краже иномарки. Сотрудники уголовного розыска управления МВД России по Дмитровскому городскому округу задержали ранее судимого уроженца Приморского края, подозреваемого в краже иномарки. В полицию поступило заявление от местного жителя о хищении его автомобиля, припаркованного во дворе дома на улице Космонавтов, стоимостью более 1 000 000 рублей. В один вечер, перед тем, как лечь спать, выглянул в окно, чтобы закрыть форточку, и обратил внимание на то, что на припаркованном месте не было моего автомобиля. Проверил содержимое ключей, они оказались на месте, оделся, спустился на парковку, обнаружил, что да, действительно, моего автомобиля на месте нету. Тут же позвонил в 112, сообщил об угоне данного автомобиля. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. В ходе обыска по месту жительства задержанного в городе Люберцы оперативными сотрудниками обнаружены и изъяты приспособления, предназначенные для вскрытия дверей и несанкционированного запуска двигателя автомашин, а также подложные автомобильные государственные регистрационные знаки. Также в дежурную часть поступила информация о том, что в лесу вблизи деревни Орево находится бесхозная машина. На следующий день поступил звонок от сознательного гражданина о том, что он обнаружил данный мой автомобиль в лесном массиве. И вместе с сотрудниками полиции мы выдвинулись на это место. В ходе выезда полицейских по указанному адресу установлено, что данное транспортное средство было ранее похищено у заявителя. Машина была в порядке, ничего не было сломано, никаких следов взлома, ничего не присутствовало. Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции проводят дополнительные мероприятия, направленные на выявление аналогичных эпизодов преступной деятельности злоумышленника. Автомобиль возвращен владельцу.